Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы с вами начинаем введение в дисциплину управления грузовой коммерческой работой для студентов второго курса обучения направления образования экономика железнодорожный транспорт и менеджмент железнодорожный транспорт. Процесс перевоза грузов у нас связан с перемещением груза от пункта производства к пункту потребления. Грузовая коммерческая работа – это у нас отдельная отрасль работы железнодорожного транспорта. Основные документы у нас, регламентирующие работу данной отрасли – это Устав железнодорожного транспорта Республики Узбекистан, Правила перевоза грузов, Технические условия погрузки и крепления грузов, Правила перевозки экспортных и импортных грузов. Грузовая работа включает в себя следующие операции. Организация грузового хозяйства станции. Эксплуатация и содержание сооружений и устройств грузовых районов, складского, весового и холодильных хозяйств. Организация погрузно-разгрузочной работы в грузовых районах станции. Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ. Коммерческая же работа включает в себя следующие операции. Это оперативное планирование перевоза грузов, подготовка и прием грузов к перевозке, оформление перевозочных документов, определение взимания провозной платы, выдача грузов получателям, обслуживание грузов в пути следования, организация связи между различными видами транспорта. Дисциплина управления грузовой коммерческой работы у нас тесно связана с такими дисциплинами, как логистика складирования, транспортно-экспедиторское обслуживание и транспортный сервис, железнодорожные станции и узлы. Целями освоения учебной дисциплины управления грузовой коммерческой работой является углубление знаний студента с основными правилами приема груза к перевозке, его погрузки, выгрузки, хранения и выдачи грузов, а также свойствами грузов, факторами, действующими на грузы при перевозке, перегрузке и хранении. Обучить студентов принципам и особенностям классификации грузов, условиям перевозки, хранения и перегрузки с одного вида транспорта на другой. Приобретение студентам комплекса знаний, умений и навыков по предоставлению грузоотправителям, грузополучателям услуг по оформлению документов, таможенному оформлению грузов не только по техническим, но и технологическим, но и государственно-политическим, торгово-экономическим, таможенным и прочим аспектам функционирования перевозчиков. В результате освоения дисциплины управления грузовой коммерческой работы студент должен достигнуть следующих результатов образования. Он должен знать о приеме груза к перевозке, погрузке груза, приведении груза в соответствующее состояние, транспортная маркировка грузов, отправление груза со станции, отправление операции в пути следования, прибытие груза на станцию назначения и произведенные с ним операции, выдачи и хранения груза. Также он должен знать транспортные характеристики и транспортное состояние грузов, взаимодействие грузов с технологией организации транспортного процесса, оптимальные режимы хранения грузов на складах, характеристику тары, упаковки, маркировки грузов, сил действующих на груз при перевозке его на открытом подвижном составе, требования к размещению и хранению грузов, основные характеристики подвижного состава, транспортного оборудования для перевозки грузов, различные номенклатуры, организацию и технологию перевозок, ответственность перевозчика за несохранность груза и составление коммерческого акта, акта общей формы и иных актов при обнаружении случая, который приводит к составлению данных актов. В этом семестре будут проводиться такие пары, как введение основы управления грузовой коммерческой работой, правовая основа грузовой коммерческой работы, технические средства для выполнения грузовых коммерческих операций, грузовые станции, технические средства для измерения массы грузов, выбор подвижного состава для перевозки грузов, тарифы, определение провозных плат, подготовка и прием груза к перевозке, погрузка и операции по отправлению грузов, операции в пути следования грузов, операции по прибытии и выгрузке грузов, хранение и выдаче грузов, подъездные пути и правила их эксплуатации, перевозка грузов в пакетах и контейнерах, технологии перевозок массовых грузов, перевозка насыпных, навалочных грузов, перевозка лесных грузов, перевозка зерна и продуктов его переработки, перевозка наливных грузов,
Ответственность по перевозкам, основные принципы и виды ответственности железных дорог, грузоотправителей, грузополучателей, акты, претензии, иски. Спасибо всем за внимание.